Здравствуйте, уважаемые зрители канала Центр Магнитол. Недавно мы показывали маленький обзор магнитолы BMW E71, то есть X6, она же E70, то есть X5. А сейчас попробуем более полный. Итак, вот она магнитола, которую поставили вместо штатной. Напоминаем, что штатная была с маленьким экраном, теперь экран практически 11 дюймов по диагонали с хорошим разрешением. Сейчас постараюсь вам все это показать. Это меню Android. Здесь есть навигация, Bluetooth, песни, музыка. Можно пойти в информацию про автомобиль, двигатель, применение, ну и настройки. Это меню Bluetooth. Давайте начнем с информации об автомобиле. Вот мы вышли, видим все родные настройки BMW. Они все сохранены. Все у нас работает. Тут, я думаю, что все, кто пользует автомобиль BMW, все эти настройки прекрасно знают. Не будем на них долго останавливаться. Возвращаемся в меню Bluetooth. Вернее, Bluetooth Android. Вот мы здесь. Итак, навигация. Навигация у нас Яндекс всеми любимый. Посмотрим, как она. Видите, Алиса уже возбудилась, пытается нам помочь. Так, Алиса, Невский проспект, дом 22. Ну, видим, к сожалению, экран очень яркий, да, поэтому тут съемка на телефон не передаст, наверное, то, как он показывает. Поехали, поехали, все, она прекрасно ищет, все хорошо построит, все говорит и так далее. Это навигатор. Теперь что у нас тут еще есть? Смотрим дальше. Естественно, Bluetooth, ну, не будем долго останавливаться. Это все знают, как работает Bluetooth, а именно громкая связь, а именно можно музыку воспроизводить с телефона и так далее. Ну, используют записную книжку свою. В общем, Bluetooth и Bluetooth. Музыкальный проигрыватель. Вставляем флешку, слушаем музыку, смотрим на обложки песен и так далее. Все это поддерживается. Поддерживаются практически все форматы известные, то есть FLAC, AV, FLAC, MP3 и так далее. Форматы. Теперь видеопроигрыватель. Видеопроигрыватель. Здесь хороший экран, здесь хорошо будет показывать. Вот он, видеопроигрыватель. Можно на полный экран, то есть вот он хорошо. Естественно, руль у нас полностью поддерживается. Да, вот мы все переключаем с руля. Вот пошло видео. Ну, здесь уже экранчик потемнее, можно хорошо передать качество изображение картинки. То есть картинка очень хорошая, да, и контрастная, и великолепно показывает на этом экране. Ну, давайте не будем долго останавливаться, пойдем дальше. Это было видео. Автомобиль. Информация по автомобилю, настройки. Это мы уже показывали. Опять Android меню. Информация о двигателе. Когда включаем, у нас будет полный экран. Когда мы машину заводим, все это работает. Сейчас мы это тоже покажем. Сейчас мы все это покажем. Ну, хорошо, чуть-чуть попозже. Так, пойдем дальше. Здесь в машине сработала охранная система, поэтому, извините, да, мы это не будем показывать. Смотрите, и что еще хотели показать? Хотели показать остальные приложения, насколько быстро они работают. Яндекс Музыка. Включаем. Пожалуйста, песни. Вот он уже готов воспроизводить музыку. Переключаем следующий клип и так далее, и так далее. Все быстро, все хорошо. Послушали музыку, хотим смотреть видео, да? Включаем, допустим, телевизионное приложение. Ну, музыку надо остановить. Музыку остановили, включаем телевизионное приложение. НТВ, например, либо Матч ТВ. Так, реклама. Без нее никуда. Закончилась реклама. Вот, пожалуйста, да, смотрим телевизор. Все опять же быстро, без тормозов. Поехали дальше. Что мы не показали? YouTube. Пожалуйста, YouTube. Включаем YouTube, видим. Опять же, все быстро, все хорошо переключается, прекрасно реагирует, прекрасный дисплей, отзывчивый. В общем, магнитола очень хороший, на наш взгляд. Напомним, да, что мы не сказали самого главного. Это 4 гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта постоянной памяти, то есть закачивайте что угодно. Современный 8-ядерный процессор Intel и, конечно же, встроенный 4G
Адем. За счет этого у нас через с интернета все, в общем-то, летает. Давайте выйдем на главный экран. В общем-то, мы. Ну, естественно, здесь будут все приложения, которые вы установите. Play Market, Chrome, можно ползать по интернету, ваши файлы и так далее. В общем, вот такую магнитолу мы предлагаем к установке нашим любимым клиентам в центре Magnitol. Звоните нам, подписывайтесь на наш канал, пишите, естественно, смотрите новинки. Спасибо вам за внимание, всего доброго и до свидания, уважаемые зрители канала Центр Magnitol. Спасибо.